Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами собрались по такому торжественному, замечательному поводу. Мы все его ждали, многие из нас ждали его больше года. Сегодня у нас состоится гала-концерт лауреатов городского открытого телевизионного фестиваля молодежного творчества «Хит-парад 5 с плюсом». Сегодня, как уже многие из вас заметили, мы находимся в обновленном зале молодежного центра. Сцена стала побольше. Я думаю, наши танцоры сегодня это оценят. И наряднее. И я уверена, что всех наших участников сегодня ждет успех и благодарные аплодисменты зрителей. Поэтому, пожалуйста, не скупитесь на аплодисменты. Давайте друг друга поддерживать, потому что стоять на этой сцене очень волнительно. Многие из вас это знают. И наш фестиваль открытый. Он открытый, потому что открыт не только для юных артистов Краснодара, но и для всех, кто желает в нем участвовать. И для тех, кто живет на Кубани, и для тех, кто приехал к нам в гости из другого края, из другой страны. Мы рады всем юным талантам. Наш фестиваль телевизионный. Все, что вы здесь увидите, смогут увидеть миллионы зрителей на интернет-канале «Подросток», который ведет круглосуточное вещание из молодежного центра «Город Краснодар». То есть вот сейчас все, что происходит, идет в прямой трансляции по интернет. И сегодня съемки ведет большая команда молодых сотрудников канала «Подросток». Давайте их тоже поприветствуем, поблагодарим своими аплодисментами. Спасибо вам. Итак, вы узнаете многие, что в течение года состоялось 4 этапа нашего фестиваля. И сегодня мы подведем итоги и будем награждать лауреатов. Ну, и открывает гала-концерт лауреатов городского открытого телевизионного фестиваля молодежного творчества «Хит-парад 5 с плюсом» лауреат международных конкурсов, образцовый цирковой коллектив «Радуга», город Краснодар, руководитель «Саламаха» Ольга Владимировна, дрессура с голубями. Thank you.
лауреат международных конкурсов «Образцовый цирковой коллектив «Радуга». Действительно, уникальное зрелище такое. Сегодня нас ждет, я уверена, много сюрпризов, потому что мы подобрали для вас одни из самых лучших номеров, которые были на нашем фестивале за все 4 выпуска. И продолжает лауреат международных конкурсов «Образцовый вокальный ансамбль «Калейдоскоп», город Краснодар», руководитель Грацианова Ирина Сергеевна, «Бродячие артисты». Краснодар. И продолжает наш гала-концерт лауреат международных конкурсов «Образцовый ансамбль народного танца «Красносолнышко», станица Старокорсунская, руководитель Галицкая Татьяна Валентиновна, Брынковский казачок. Встречаем! Ты маешь, дарю, украшение.
Солнышко, станица Старокорсунская. Вы любите цирк? Я тоже очень люблю. И сейчас перед нами выступит, выступит дуэт, лауреат всероссийских конкурсов, цирковая студия «Юность», город Краснодар, руководитель Тимофеева Лариса Ивановна, акробатическая пара Тихомирова София и Горобцова Мария. Встречаем. Sospiri di chi spasima e regali un sogno ad ogni anima, luna che mi guardi adesso ascoltami. Only you can heal my soul. Luna tu, si il tempo dell'eternità.
questo cuore d'uomo che non sa. Город Краснодар. Спасибо большое, София и Мария. Ну что, понравилось? Удивительно, да? Вот все-таки на что мы все способны, какие у нас есть возможности. И продолжает наш конкурс, гала-концерт. Лауреат международных конкурсов Алина Батуева. Город Краснодар, руководитель Грацианова Ирина Сергеевна. С песней «Simply the best». Встречайте. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me, wild and wild. When you come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and worlds of dreams. Speak a language of love like you know what it means. And don't be wrong, take my heart, it's made me strong, baby. You're simple. I see the star of every night and every day. In your eyes, I get washed away. Just as long as my heart in your arms, I could be in no better place. You're simple. The best. Better than
Спасибо. Алина Батуева, город Краснодар. На сцену приглашается многократный призер и победитель межрегиональных и южно-федеральных чемпионатов по современной хореографии, студия танцев «Шаг вперед», город Краснодар, руководитель Бабинова Анна Сергеевна. Краснодар. Ну, я немножко расскажу про следующую нашу участницу. Это Диана Гладкая. Она обладатель гран-при на международном конкурсе фестиваля «Парус детства моего», проходившем в городе Анапе. И помимо вокала, Диана увлекается журналистикой и танцами. Закончила музыкальную школу по классу фортепиано. И в свободное время она предпочитает проводить, читая книги и слушая музыку. Руководитель артистки Подпоринова Людмила Николаевна. Итак, Диана Гладкая, Станица Петровская, песня «Там нет меня». Следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске, кружит у пенистой воды. Я
пристани, и где глаза твои стрижи, где глаза твои стрижи, скользят по небу пристально. Диана Гладкая, станица Петровская. Ну, а следующий коллектив мы сейчас приглашаем на сцену. Это лауреат международных конкурсов детский цирковой коллектив «Максимус». Группа «Казачата», станица Новомышастовская. Руководитель «Мегедь» Анатолий Григорьевич. Они сейчас вам покажут замечательный номер, который называется «Веселая скакалка». Thank you.
Детский цирковой коллектив «Максимус», группа «Казачата», Станицына вам Шастовская. Самые бурные аплодисменты достойны наши замечательные юные выступающие артисты. Детский цирковой коллектив «Максимус». Вот такие таланты участвуют в нашем фестивале. А следующим у нас выступает детская вокальная группа «Империя». Это современная группа, участвующая в городских и районных мероприятиях. Группа была основана в 2012 году и уже успела завоевать сердца зрителей благодаря своей харизме и великолепным вокальным и танцевальным данным. Группа только начинает свое конкурсное творчество, и поэтому мы надеемся, что они сумеют доказать нашим зрителям, что творчество – это их призвание. Руководитель Алена Владимировна Демченко, детская вокальная группа «Империя», Славянск на Кубани, «Попури». Слово любви вы говорили мне в городе каменном, а внутри с глазами желтыми носы сквозь туман. Любить раньше не умел вот так огненно, пламенно, души мои неосторожно разбудили вулкан. Стороны при таких делах.
Ну что, понравилась детская вокальная группа «Империя»? Давайте еще раз поаплодируем им. Ну, а следующий у нас выступит брейк-данс-команда Street Style Crew. Эта команда была основана в декабре 2006 года при поддержке КМЦ «Славянцы». Цель клуба – это развитие спортивного современного танца, выявление талантов, привлечение молодежи к здоровому образу жизни, проведение мероприятий и мастер-классов. Команда принимает очень активное участие во многих мероприятиях – городских, зональных, краевых соревнованиях и также периодически выступает в телевизионных проектах. Руководитель – Борисенко Александр Евгеньевич. Итак, Street Style Crew, Славянск на Кубани! No me lo esperaba. ¿Por qué me dejaste? Yo que todo a ti te daba. ¿Por qué me dejaste? Oye, loco, el mundo es un barrio, homie. ¡Que comience la fiesta! Baby.
yo que todo a ti te daba. Брейк-данс, команда Street Style Crew, город Славянск на Кубани. Следующие наши участники – это многократный обладатель гран-при международных конкурсов, народный хореографический ансамбль «Ритмы планеты», город Славянск на Кубани. Руководители ансамбля – заслуженные работники культуры Кубани Таисия Захаровна и Алик Ахмедович Динеевы. Встречайте! Хореографический ансамбль «Ритмы планеты», город Славянск на Кубани. Продолжает наш гала-концерт Светлана Леонидова Иванович. Песня «Улыбайся». Чуками ты
Светлана Леонидова, город Горячий Ключ. Ну, смотрите, готовятся такие красавицы. Следующий у нас лауреат международных конкурсов «Мини-цирк Ника», город Краснодар. Руководитель Макиенко Ирина Александровна. Гимнастика в кольце. Аплодисменты! Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien sufre inmola para no estar sola poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. У нас сегодня есть еще одно такое праздничное событие. Сегодня у Васильевой Александры. Александра, вернись к нам.
день рождения. Ей сегодня исполнилось 9 лет. Правда? Но вот сегодня весь твой коллектив, мини-цирка Ника, весь коллектив «Фантазия», наш молодежный центр и все, кто здесь сегодня присутствует, поздравляют тебя с днем рождения. Мы желаем тебе творческих успехов, радости, любви, и пускай все твои самые заветные желания сбываются. С днем рождения тебя! Следующим на нашей сцене выступает лауреат международных конкурсов, молодежная эстрадная студия Art Music, город Апшеронск, руководители Шолов Александр Иванович и Мирочниченко Людмила Николаевна. Встречаем! Детям нужна ласка и добро. Детям нужен мир безоблачный, где все светло. Дайте нам опору, укажите путь, и мы изменим этот мир, раскрасим все вокруг. Я и ты, мы лучик надежды. Мы за любовь, мы против войны. Мы это мир, мы дети земли. Мы победим зло и печаль с тобой. Мы за любовь, мы против войны. Мы это мир, мы дети земли. Мы победим зло и печаль с тобой. Детям часто за Мьюзик, город Апшеронск. Ну, а следующий наш участник приготовил для нас очень необычный такой сюрприз. Перед нами сейчас выступит лауреат международных конкурсов Сергей Дейко, город Краснодар. Он исполнит песню, африканскую песню «Хелеле», что в переводе означает «Вперед, дети наших матерей!» Встречаем! Thank you.
sapere che ti non va coco di tu ama cao e se si ama toco se spetto e se male se si tu mamma la vei singa bandi sana tu mamma la vei singa soli fa e le le bomba fa ama si coi tu so sapere che ti Naba koko bitu Helele bumbamba Amasiko etu So sapele kiti Naba koko bitu Amakao izizi Bona basi kulisa Ine jula bazali Coco bitu Fama ni bumbama Temba di Swiss E a buzu belu So sempo quel Aie Aie Спасибо! Ну, а следующие наши артисты уже имели счастье выступить сегодня перед вами. Еще раз мы приглашаем на эту сцену детскую вокальную группу «Империя», город Славянск на Кубани. И они исполнят нам песню «Вместе».
на столе сосиска в тесте. Посчитать минуту, пожалуйста, вместе. Вызывать такси по 200. На одной поедем вместе. Мы с друзьями в нужном месте. Погуляли классно вместе. Ну и в этом же контексте продолжаем дальше. Вокальная группа «Империя», город Славянск на Кубани. Ну, вы уже заметили здесь таких красивых-красивых девушек, девочек, волшебниц, я бы даже сказала. Сейчас они перед нами выступят. Они лауреаты международных конкурсов, образцовый мини-цирк «Фантазия», город Краснодар. Руководители Денисенко Анна Сергеевна и Степанова Ирина Евгеньевна. Они нам покажут акробатическую композицию «Улетай на крыльях счастья». Thank you.
образцовый мини-цирк «Фантазия», город Краснодар. Ну, а сейчас наступил очень волнительный момент для меня самой, потому что мне посчастливилось тоже принимать участие в фестивале «5 с плюсом». Как в апреле прошлого года я впервые приняла в нем участие. Сегодня мне уже посчастливилось быть ведущей. Ну и вот есть такой номер, который сегодня впервые. Я с этим номером уже выступала, но на тот момент, скажем так, не очень профессионально. Сейчас я постараюсь исполнить его намного лучше. И в таком виде этот номер исполняется впервые. Оксана Тлихас, «Песня «Небеса». Всегда небо, волнуясь, в солнечный бриз тянет и манит плывущих всех вниз. Тот, кто не плавал на небесах, тот не узнает, где счастье, где страх. Страшно тонуть в глубине синевы. Счастье или страх ты узнаешь, плыви. Я тебя прошу, останься с облаками и зайди потом. Оглянись, ты узнаешь свой дом. Я тебя ждала так долго в нем. Спасибо.
самый волнительный момент. Последний концертный номер нашего сегодняшнего гала-концерта. Лауреат международных конкурсов, образцовый ансамбль народного танца «Корсун», станица Старокорсунская, руководитель Галицкий Геннадий Васильевич, танец донских казаков «Варенька». Народного танца «Корсун», станица Старокорсунская. Дорогие друзья, у нас буквально сейчас начинается церемония награждения, поэтому мы просим всех участников собраться в зале.
сцену и скажем привет. Подарим улыбок огромный букет. И звуки прольются волшебным дождем. У нас так всегда, приходите, мы ждем. На без плюсом будем петь и танцевать. На без плюсом и экзамены сдавать. На без плюсом веселиться и дружить. На без плюсом мы с тобою будем жить. Пять. Ну что, все готовы? Я приглашаю на эту сцену для торжественного награждения директора молодежного центра город Краснодар Наталью Георгиевну Шмелеву. Встречайте. Добрый день, дорогие друзья. Вот и подошел финал такого замечательного телевизионного открытого фестиваля «5 с плюсом». Хочу от всей души поблагодарить всех участников, которые на протяжении прошлого года участвовали, дарили всем нам свое творчество. Дарили творчество не только жителям города Краснодара, но благодаря тому, что наш фестиваль телевизионный, вас смогли посмотреть не только в нашем городе, но и за рубежом. Оттуда поступают звонки, узнают о ваших коллективах. Спасибо вам за участие. И от ваших лиц и от себя лично я хочу поблагодарить руководителя проекта этого замечательного творческого фестиваля Владислав Николаевич Домрачев. Спасибо вам большое за ваш труд. И также вас благодарят ребята, которые принимали участие. Спасибо вам большое, что есть такая у них возможность проявить свой талант, который увидели. Которое увидела вся страна. Спасибо вам большое. А теперь награждение. Мы просим всех вас, когда вы получите свои дипломы, оставаться на сцене для памятного фото в конце. Итак, диплом. Лауреат третьей степени в номинации «Цирк». Мини-цирк «Ника», город Краснодар. Лауреат третьей степени в номинации «Цирк». Цирковая студия «Юность», город Краснодар. Лауреат второй степени в номинации «Солист». Светлана Леонидова, город Горячий Ключ. Награждается лауреат второй степени в номинации «Солист» Алина Батуева, город Краснодар. Награждается лауреат второй степени в номинации «Хореография» студия танцев «Шаг вперед», город Краснодар. Награждается лауреат второй степени в номинации «Хореография» «Брейк-данс стрит-стайл крю», город Славянск на Кубани. Этот коллектив многим полюбился очень. Награждается лауреат второй степени в номинации «Цирк» детский цирковой коллектив «Максимус», станица Новомышастовская. Веселую скакалку, помните, это они. Руководитель, пожалуйста, выйдите к нам.
награждается лауреат второй степени в номинации «Шоу-группа» детская вокальная группа «Империя», город Славянск на Кубани. Награждается лауреат первой степени в номинации «Хореография». Народный хореографический ансамбль «Ритмы планеты», город Славянск на Кубани. Награждается лауреат первой степени в номинации «Цирк». Образцовый мини-цирк «Фантазия», город Краснодар. Награждается лауреат первой степени в номинации «Цирк». Образцовый цирковой коллектив «Радуга», город Краснодар. Награждается лауреат первой степени в номинации «Шоу-группа», молодежная эстрадная студия «Арт Мьюзик», город Апшеронск. Награждается лауреат первой степени в номинации «Солист» Диана Гладкая, станица Петровская. Награждается лауреат первой степени в номинации «Ансамбль» вокальный ансамбль «Калейдоскоп», город Краснодар. Награждается лауреат первой степени в номинации «Солист» Сергей Дейко, город Краснодар. Награждается лауреат первой степени в номинации «Хореография» образцовый ансамбль народного танца «Красносолнышко», станица Старокорсунская. Давайте мы сейчас встанем так, чтобы можно было сделать общее фото на память, чтобы все поместились и всех было видно. Видите, как нас много? Это самая малая часть участников, которые прошли за 4 фестиваля конкурса. И сейчас самый волнительный момент. У нас есть гран-при. Награждается лауреат гран-при в номинации «Хореография». Образцовый ансамбль народного танца «Корсун», станица Старокорсунская. Мы благодарим всех участников нашего гала-концерта. Мы приглашаем вас опять участвовать в наших новых фестивалях-конкурсах. Смотрите, как у нас много талантов. Они достойны ваших бурных аплодисментов. Хит-парад 5 с плюсом ждет вас снова. До новых встреч, друзья!